Всем привет, меня зовут Кирилл и Яна, моя мама архангельские, которые отправились в путешествие по Исландии и взяли с собой подседельный амортизатор Winston Spring на тестирование, и нам очень понравилось. Очень. Мы проехали 1025 километров, и это было самое правильное решение. Я думаю, что все знают, что Исландия такая страна, где суровый климат, суровые дороги. Кроме главного шоссе есть куча разных равнинных дорог, где-то вообще нет дорог и так далее. И приходится ездить в нестандартных условиях. И спина, понятно, что будет страдать. А кому это надо, порадоваться, покататься, а потом лечиться. Вот, поэтому я уже давно начал думать, как можно это обойти, потому что у меня есть большой опыт в путешествиях по разным дорогам. В прошлом году ездил на 12 тысяч по Европе. Дороги были разные, спина, конечно, болела, были проблемы, и решил, найти какой-то выход, и это седло Instant Spring, это стало моим выходом, нашим выходом. Потому что без него лично я бы вообще не доехала до конца похода. Да, поход был непростой, как-то надо было решать эту проблему, и мы нашли выход, и рекомендуем. Даже не в таких условиях, экстремальных. Просто даже по хорошему шоссе, потому что есть опыт езды без этого амортизатора, поэтому этот амортизатор – это вообще просто выход из ситуации, чтобы нормально себя чувствовать и доехать до конца поездки, остаться живым. Да, так что, надеюсь, вам не придется его испытывать в таких экстремальных условиях, но если вы просто... даже пользователь велосипеда, и вам дорога ваша спина, и вы не хотите выбрасывать деньги на ее лечение, то лучше воспользоваться этим амортизатором подседельным для решения этой проблемы. Все, спасибо большое. Это классная идея, и круто то, что вы делаете. Да, большое спасибо.